Привет! Сегодня я вам расскажу и покажу настоящее кораблекрушение. Смотрите, видите корейскую лодку. Она попала в шторм, ее выбросила на скалы. И она, может, мачты у нее были, но все равно разбились. Пойдем ближе посмотрим, да? Да, давай. Это была гигантская лодка. Вот, видите, размером с черную жемчужину, хотя она... Ну, заходи на нее. Уже затопило, так что лазить туда нельзя. Господи, там пенопласток плавает. Так, а это что такое? Это двигатель. Это же моторная шхуна была, не парусная. О, смотри, там что-то булькает. Что-то булькает. Видишь? Это ящик для льда, да. А? Это такая дырка. Я провалился. Тут был, наверное, одноглазый пират, потому что очки одноглазые. Пойдем выходить с шхуны. Да, пойдем выходить. Давай, вылазь.